От первого представления в этом здании до нынешних дней прошло 42 года. В 1971 году в Уссурийске открылся цирк. Таким образом, в Приморском крае стало два действующих цирка. Территория позволяла содержать здесь животных, а технические возможности – тренироваться местным артистам и принимать гастролеров. Буквально 9 лет назад, чтобы попасть в цирк, нужно было отстоять огромную очередь в кассе. Сейчас здесь зрителям тоже рады. Правда, показывают не представление. Весь первый этаж заняли предприниматели. Чтобы привлечь внимание посетителей, они развесили яркие плакаты. И бизнес приносит свои доходы. Артистам повезло меньше. Последние выступления проходили в условиях, приближенных к экстремальным. Периодически отключали свет и тепло. В 2006 году арену и зрительный зал вовсе закрыли. В настоящее время цирк не функционирует по причине отсутствия отопления, необходимого оборудования, отсутствия капитального ремонта. Средства из федерального бюджета на реконструкцию, на капитальный ремонт цирка не выделялись. Здание находится под руководством Росгосцирка. Неоднократно обращения в Думу и даже президенту отправляли неравнодушные уссурийцы и представители власти. Муниципалитет готов восстановить здание. Но начать работы возможно, только если оно будет в городском управлении. Мы обращались в различные инстанции о том, что передали здание цирка на баланс муниципального образования. Но пока что данный вопрос не решен. В самом здании московское руководство нам снимать не разрешило. Но прислало официальную бумагу, в которой говорится, что в федеральную инвестиционную программу «Культура России» Уссурийский государственный цирк не включили. Поэтому его дальнейшая судьба так и остается неизвестной. Наталья Зайцева, Александр Синельников, Телемикс.